А мы продолжаем. Сегодня у нас в студии Макпала Сабекова, которая расскажет о своем новом клипе. Мы узнали, что это серьезная видеоработа с неким интеллектуальным посылом. Макпал, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о концепции клипа «Хабарласпа». Я знаю, что это некий посыл. Кому он предназначен? Да? А кто сказал, что это посыл? Мне так сказали, что это посыл. Да, ну я не знаю, насколько это посыл или нет, но работа на самом деле серьезная, наверное, одна из самых серьезных работ моих. И по предварительным мнениям моих подруг и близких людей, это одна из, наверное, лучших моих работ. В чем заключается концепция клипа? Концепция клипа... Клип был снят одним длинным... кадром. Так. То есть практически монтажа там нет. Если вы смотрели фильм «Бёрдман», вот что-то наподобие этого фильма. Вот, это очень сложно сделать, воспроизвести технически, потому что ну, мы предварительно репетировали много раз для того, чтобы в конечном итоге картинка получилась такая, которая нас удовлетворяла бы. Я не знаю, говорить об этом или нет, я не хочу об этом говорить. Ну конечно, говорить. Ну, ладно, скажу, говорит. Да. Это для этого клипа специально я изучала язык жестов, язык глухонемых. Вот, и в этом клипе это история о немой девушке. Достигла ли ты желаемого результата в отношении языка? Я не изучала его обширно, я изучала его именно в рамках этой песни, то есть именно слова, текст этой песни. Вот, но какие-то подспудно слова и обороты речевые я выучила, и это очень интересно на самом деле. Между нами, девочками, как корректно отказать парню? И часто ли тебе приходится говорить парням в реальной жизни «Хабарласпа»? Если говорить конкретно о слове «хабарласпа», то если перевести его ну вот дословно, то оно как бы переводится «не звони мне». Но подтекст этой песни совершенно другой. Здесь не имеется в виду «не звони мне». Здесь он, наверное, смысл более такой широкий. «Не звони, не ищи, не возвращайся, так. Не приходи». То есть вообще просто исчезни из моей жизни. Корректно отказать парню? Корректно отказать парню. Мне на самом деле не приходилось отказывать парням, в смысле говорить «хабарласпа», там не звони или что. Нет, такого не было, потому что они, в принципе, ко мне просто не подходят. Боятся. Я не знаю, насколько боятся, я не буду там, брать на себя слишком смысле. Много. Очень часто такое говорят, случается. Что меня парни боятся. Нет, я не знаю, ну просто не подходят. То есть в жизни ты не отказываешь парням? Не то чтобы не отказываю, это так звучит, говоришь, я не отказываю. Я всегда говорю да, всегда говорю да. Хорошо, тогда почему столько секретов вокруг новой видеоработы? Я никогда не люблю говорить заранее, я никогда не говорю. У меня на съемочной площадке никогда ни на одном клипе не присутствовали журналисты или люди, которые бы не имели отношения к съемкам. Ты осталась довольна результатом? Я никогда не бываю довольна результатом. Всегда есть к чему стремиться. Это очень, с одной стороны, в последнее время меня это немного напрягает, но с другой стороны, наверное, это правильное какое-то отношение к работе, потому что я никогда не бываю довольна результатом именно своей работы. Я не говорю сейчас там о режиссерской, об операторской, я туда не лезу, потому что я в этом не профессионал. Это предоставляется профессионалам, они этим занимаются. Спасибо большое, что уделила нам время. Теперь для того, чтобы перейти к следующему сюжету, скажи мне, что ты знаешь об соревнованиях по автозвуку? И как ты вообще к тюнингу относишься? Ну, давайте начнем с того, что я вообще не знаю, что это такое. Соревнование по автозвуку. Вот, я думаю, что корректнее было бы узнать об этом у профессионалов, у людей, которые имеют об этом представление. Ну что ж, смотрим следующий сюжет.